Так, что это такое ты нарисовал? Это береза. Кстати, я ее нарисовала по закономерности Леонардо да Винчи. По закономерности? По закономерности. А, и какая закономерность? В чем закономерность-то? Главное, это такие линии надо нарисовать, а потом их потолще делать. Слушай, ты уверена, что это закономерность такая? Нет. Это моя закономерность. Но нарисовал такие картины и Леонардо да Винчи. Ну, слава богу. Так, а ты что смеешься? Моя закономерность. Да давай. Я говорила, попробуй так вот тоже сделать. Пока что только я, Лиза и Леонардо так могут. Да. Приятного аппетита. Спасибо.